Валерий Антонов приехал на повторное обследование из Сызрани. Офтальмологи больницы Ярошевского буквально вернули диабетику с 10-летним стажем зрения. Ну, я стал лучше видеть. Гораздо, допустим, не стало, допустим, жжения там какого-то, как вот песок бывает в глазах или что-то. И, ну, вообще комфортнее себя намного чувствовать стало. Людям с этим заболеванием как никому грозит слепота. Поэтому в больнице и создали диабетический центр. За год офтальмологи обследовали здесь 6 тысяч человек. Половину из них прооперировали. Стал даже читать. То обычно даже телевизор мутным пятном был передумал, сейчас я могу и телевизор. Секрет успеха не только в квалификации медиков, но и в высокотехнологичном оборудовании центра. По мнению врачей, единственный метод профилактики слепоты – лазерное лечение. Как правило, каждый 10-20 пациент с сахарным диабетом имеет уже показания к проведению лазерного лечения. Вот уже год в распоряжении медиков новейшая лазерная установка. Процедура занимает от 5 до 30 минут. При этом она безопасна и безболезненна. Зачастую хватает одного сеанса. Это первый в мире прибор, который позволяет проводить лазер-коагуляцию в автоматическом режиме. Абсолютно уникальное его свойство в том, что он представляет собой и специализированную фотокамеру для регистрации изображений сетчатки глаза, и лазер, который проводит лечение на сетчатке глаза. В диабетическом центре 5 лазерных приборов. Для того, чтобы качественно исправлять недостатки зрения диабетикам, которых в области 100 тысяч, необходимо закупить еще 5 лазерных установок. Отметим, что лечение по направлению больные получают совершенно бесплатно. Алена Рогочая, Светлана Гордеева, Максим Юрисов, Андрей Фомин. Специально для 63.ру.